Здравствуйте, дамы и господа, баронеты и баронессы, приветствую вас. Ну, хотя меня, наверное, только смотрят баронессы. Так, разместилась на коврике, пришел новый Дуглас. Покажу вам, так как у нас сегодня пятница, надо развлекаться, про красоту поговорить. Я что-то обленилась, ну вот. Уговорила меня моя знакомая купить Q10 Power. Использовать его надо раз в месяц, хватает его на 10 дней. Я мажу под глазами, где у меня морщины. Ну, есть видео, в принципе, на Ютубе. Молодая девушка мажет и говорит, что морщины изменяются, наверное, скорее изменяются в лучшую сторону. Мне уже ничего не поможет, но поможет только уход постоянный. А стареть я буду и все равно в любом случае. Вот. Мне понравилась консистенция. Такой. И, значит, буду я его все равно покупать раз в месяц. Вот закончу, потом опять куплю. Буду его пользовать. Q10 Power у меня есть. Крем от Nivea мне не нравится. В шариках я вам показывала. Он не нравится. Он закончится, я его не буду больше покупать. А вот это буду покупать. Потом лимитка вышла. Сейчас я покажу, как он действует. Решила я себе лимитку купить. Кокосом пахнет. И вот я сегодня намазюнькалась. Видите, какими-то блесками блещу. Вот такой вот он. Можно на лицо, можно на ноги, можно на руки. Такой придает блеск. Лоск. Кольцо свое носила, когда в апреле, в марте на ремонт вывалился камень. Имейте в виду, оказывается, камни, они же тоже двигаются. Это мне так сказал немецкий, именно немецкий ювелир, который, знаете, там у него, по-моему, 100 лет этому дому его по наследству передается. У него очень шикарные, конечно, украшения он делает тоже. Вот я ему носила, он мне его закрепил, он сказал, проверил все камни. Они, говорят, все держатся. Вот один, я говорю, почему он вывалился? Он говорит, камни, они тоже двигаются. Ну, расширяются, сужаются, расширяются, сужаются. Вот. Это у нас камень с Алиэкспресс. Он, кстати, его тоже зажимала сама лично. Так, давайте покажу я вам. А, вот такие вот губы. Женщины целуются, помаду рекламируют. Кто будет помаду покупать, неизвестно. Так, здесь у нас, значит, Boho стиль для... То есть бриллиант для Boho стиля, ну вот типа веревки и тут бриллианты. Надо, кстати, зайти на этот сайт. Видите, какой у них классный единорожка. Письмо, значит. Тут у нас вот такие мадамы красивые. Значит, тут у нас такие здоровенькие мужчины в красных плавках. Так. Тут, а знаете, у меня есть такая, я помню, покупала журнал, Benefit была тушь в подарок. И знаете, я разбавила ее средством для линз. Представляете, работает. Это такой лайфхак. Разбавь тушь средством для линз. И тушь заживет новой жизнью. Реально работает. Я залила и работает. Такое интересное платье. Видите, немки не боятся своих пятнышек. При том, что она молодая. Это Франциска Кнупе, она модель. Ну, такая типичная красивая немка с красивыми зубами. Это какой-то мужик. Рюрик. А тут как футболист. Ну, футболисты и как артисты сейчас не в фаворе. Пыжатся, чтобы быть на уровне, а денег-то нет. Модели-то они будут работать. Я, в принципе, смотрю канал Насобина. А, не, не канал Насобина. Это Медиапро. Там Анет. У нее происхождение немецко-татарское, я так поняла. Она модель. Красивая женщина, вот она ведет. Тоже интервью с моделями делала. Это, кстати, чем-то на Софи Лорен похоже, но Софи Лорен красивее. Видите, у нее такие сережки. Вот такой волосатый мужик. Он модель, кстати. Видите, волосатые мужики в моде. И, кстати, вон у него перстни. Ну, перстни это нормальное явление. Мужчины перстни носят. И в Азии, кстати, очень много и индусов очень носят перстни. Но они со смыслом. У них живые камни. Ну, вот это как бы мертвый камень, да? Но здесь все живые камни. Вот. Которые не облученные, не... Ну, как бы камни, они тоже живой организм.
И, соответственно, если их в печку закладывают, естественно, они это уже мертвыми становятся. Поэтому вот если увидите, индусы там какие-то вот, вообще азиаты носят, мужики перстни, у них все живые камни. Они именно по гороскопу куплены, по карте, по гороскопу человека куплены и помогают. Так, Прада сумка. Тут у нас Миша Корс. Ой, наконец-то себе купила обувь. Такой красивый мужчина. Ну, такой смесь этого Марлона Брандо. Ну, Марлон Брандо красавчик, конечно. Такую хотел я купить от KitchenAid. Но потом что-то муж не стал покупать. Ну, не хочет, чтобы я пекла пироги. Ну, и не надо. Так. Там KitchenAid что-то производится в Америке, а кое-что в Китае. В общем, надо всегда смотреть, где что производится. Вот такой парфюм вышел от MCM. Это, в принципе, фирма Munich Create Manufacture, но она принадлежит сейчас корейцам. И она очень популярна. Это фирма у корейцев. Вот. Ну, женщины, которые, значит, покупали эти сумки в 70-е годы, они до сих пор с ними ходят. Представляете, как качественно раньше все делали? Видите, купальники такие в моде. Тут парфюмы у нас всякие разные. Тут мечта опять какие-то, видимо, новые, значит, запахи и эти, как во Керцен, это эти, свечки, во. Лейбл Marvel Made. Они вот рекламируют все свое. Новый концепт, наверное, изобрели, чтобы вас разводить на деньги. Покупки. Ну что, продавцы не всегда должны что-то придумывать, чтобы вас завлечь в свои сети. Тут всякие кремики. Ну, что-то я про... А, крем, который от Нивеи у меня для глаз. Мне нравится, кстати. Тоже рекомендую. Посмотрите мои видео. Они все по плейлистам разбитые. Вот. Какой-то крем для глаз рекламирует. Представляете, он стоит 40 евро. Ну, в пределах там, знаете, 10 евро можно приличный крем найти. Так, вот эта женщина, кстати, она похожа на Викторию Боню на одной фотографии. Но это не она. Еще только думаю, Виктория Боня. Потом думаю, нет, она тут не появится. Вы смотрите, вот здесь она похожа на Викторию Боню. То есть Виктория Боня на нее. И мне очень понравился здесь купальник. Посмотрите ее купальник. Вот такая буква В. Видите, здесь вообще только вот на этой штучке она и держится, этот купальник. Так. Типа готовьтесь к солнцу. Ага. Куда? Мы все лежим. Вот такой штучка, она застегивается. У меня вот такая штучка есть, только можно и вперед, а видите, и назад можно. Вот, в общем, довольно-таки интересный такой элемент. И у нее такая шикарная попа, отфотошопленная она фотошопом. Так. Тут вот этот мужик в красных в красных плавках, с синим полотенцем. У него капли это воды, как бородавки смотрятся. Тут он прыгает. А, я думаю, зачем мужик прыгает в шапке? А, они же это пловцы на скорость, и, соответственно, для скорости нужно волосы убирать. Кстати, вот эти вот пловцы, они все болеют респираторными заболеваниями, хлюпают носом, потому что они постоянно в воде. Гичек. Такая интересность. Если вы будете рассматривать, так все это красивенько-красивенько сделали. Makeup tools. И видите, такая вот транспортерная лента в аэропорту. Чемоданчики из бумаги. В общем-то, такая все милота такая. И все так дорого. Вот этот бенефит у меня есть. Ну, кстати, хорошее это в плане, там, знаете, тинта для щек, но он все равно очень дорогой. Но у меня есть. Кстати, половину пролилось. Когда есть, хочу, значит, это... Ну, когда, например, пользуюсь я им, когда просто быстренько раз нанес и на лицо и побежал. Ну, типа без тонального крема. Вот, я его тогда наношу. Так, видите, тут разлеглись. Ну, в общем, здорово. Смотрите, вот так вот это все из бумаги сделано. Такая милота, прям милота-милота. Смотрите, чемоданчики. Такие все. Кто-то вот сидел там, корпел, делал же это все.
Боже, люди какие, да, терминалы вам сделали. Ну, вообще, понравилась мне эта идея, так рекламировать товар. Это красиво. Ну, ничего не куплю. Нет, я куплю, у меня, знаете, две вещи я хочу в Дуглас купить. Это, наверное, в следующем месяце будет. Батиста. Я просто что в Дугласе смотрела себе этот, как его, плойку для волос. А там ничего путевого не было, поэтому Мюллеры. Ну, кстати, мне мюллеровская плойка очень нравится. Кому интересно, в плейлист зайдите и посмотрите. Ну, вот это они свои витамины тут продают. Ну, все жутко дорого. Я на Витфорево все покупаю. Или в eBay. Тоже Витфоревовская, но на eBay. Кое-что там других фирм. В общем, поисковиком пользуюсь. Ищу и покупаю. Вот. Google поисковиком ему пользуюсь. Смотрите, какие перышки у нее. Боже мой, какая красота. И она такая вся какая-то, блин, надутая. Как будто ее надули. Ну, ее надули, ну, как сказать, фильтрами надули, скорее всего. Ну, уж некрасивая у нее. В общем, тут рекламируют. Давайте покупайте, покупайте. Все покупайте, покупайте. Куда покупайте? Куда? Куда? Чего? У меня маска вся коричневая от тональных средств. Ну, вот красивая кожа. Ну, ей, наверное, лет 14. Да по рукам видно, что лет 14. Вот, молодость в моде. А, кстати, помада у нее нанесена очень интересно. У нее две помады. Я так думаю, потому что одна оранжевая, а другая какая-то красноватая. Видимо, модно, что ли, так краситься. В общем, помадный бизнес летит в тартарары. Тут опять эта женщина, она... А, колумнист, поэтому она здесь опять. Ясненько. А вот это здесь я хотела обратить ваше внимание на этот браслет из аметистов. Он не так дорого стоит, где-то около 100 евро без 4 евро. Что тут у нас еще? Зелененькие в моде, ну правильно. Маски. Маски, это, знаете, идет отсылок, это к азиатам. Азиаты же у нас носят паранджу и закрывают лицо. Ну вот, нас заставляет. А, кстати, глянула, значит, встреча Лаврова была с каким-то представителем Америки. Лавров был без маски. Ну, в общем, Лавров умный мужик. Маски не ходят, глупостью не мается. Лавров, по-моему, еврейский армянин. Еврейский армянин, господи, что я говорю. О, Герлен, это, кажется, Герлен. Я думала, это производство Дуглас. Ничего нам не надо от Герлен. Вот. Что за сумочка? Три. Фурла? Ну, фурла. Угу. Ой, у нас тут это, читай, значит, отлет центра Вертхайм Виллидж открылся, написано без тестов и терминов. Но кое-какие магазины надо делать термин. В общем, какой-то бедлам. Я сначала думала, ах, если не подойдут мои ботинки, которые я купила на Best Secret. Кстати, кому надо, кто немцы живут здесь. То есть немцы. Кто живет здесь? Кому надо Best Secret приглашение? Я там уже две вещи купила, и мне очень нравится этот сервис. Постоянно 5 евро мне скидки, какие-то талончики высылают. Бесплатная доставка. Я уже там 4 обуви купила, 3 отослала. Вот она, MSC, новый этот парфюм. Ну, это вообще нацелено как бы на это. Кстати, около Мюнхена отлет-центр. И там МЦМ есть, бутик. Я там себе сумку купила. И у них одежда была классная. Вот. Тут какой-то beauty stories inside. Боже мой. Вот каких-то страшных людей опять нам это тут. Вот знаете, вот этих толстяков для чего рекламируют? Типа, прими свой вес. Ну, это чтобы хотят, чтобы это люди от своих болезней поумирали. Ну, такое вы, знаете, очистить планету за счет дураков. Когда был чрезмерный вес в моде, это было в средневековье, когда есть нечего было. Вот, а так все были худые.
Вот. А сейчас еды много, но она некачественная, поэтому люди жиреют, толстеют и потом умирают. Ну, вот сейчас рекламируют, давайте, типа, жрите, будьте довольны своим весом и помирайте раньше времени. Ну, как вы думали, масс-медиа держат умные люди. Им заказ дали, заплатили, и люди этому верят. Такая вот женщина. У него, кстати, сильный этот Сатурн. Сатурн у него очень сильный в гороскопе. И Марс. Beauty has no limit. Кто такая? А, танцовщица. Ну, естественно, да. Венера еще сильная. У балерин у них Сатурн, Венера очень сильные должны быть в гороскопе. И вот это скулы, это вот присутствие сильного Сатурна или влияние на второй дом. Вот у меня сильный Сатурн. По лицу и сразу видите. И вот эта стройность. Ну, Венера у меня, кстати, очень сильная в гороскопе. Чем я и горжусь. О, кстати, надо сохранить мне эту картинку, вырезать. Я же собираю руки и посмотреть мне, кто такая. Ну, у него сильная Венера. Вот она написана, что она этот Кунсла танца, видите? Марс у нее вот тоже сильный, и он у нее, скорее всего, с 10 лет. Началось вот это с 10 лет. Очень такая личность, сейчас я вам скажу, как сказать, несвоенравная, но как бы у нее все на все свое мнение. Типа она вот. Марс очень сильный, кстати. Что у нее? Юпитер сильный, она, наверное, преподает. У нее еще Юпитер идет в сторону Сатурна. Это вот именно она преподает какие-то вот. Ну, это аскеза. Ну, танцевать это тоже, знаете. Аскеза должна быть в плане питания. Вот. Видите, у них Сатурн сюда идет. Вот у нее еще ветвь к Сатурну идет. Тоже. И вот здесь соединяется, значит, Юпитер с Марсом. Соединение, скорее всего, она преподает. Но это вот такие мои мнения, еще не смотрела. У нее, кстати, вот здесь защита какая-то очень сильно идет. И Раху. Раху влияет, кстати. И вот здесь защита идет у нее. Видимо, какой-то там или спонсор, или какой-то родственник, или какая-то вселенские силы ее защищали. Ну, у нее идет еще вот линия Луны идет. Луна идет на Юпитер. Вот здесь вот тоже, значит, она, Луна это у нас творчество, вот танцы, трали-вали, все это, и связано она с юпитерианством тоже. Потом у нее идет от Венера в сторону Сатурна, это именно работа, именно в сфере венерианской, вот. Очень сильная связь, кстати, у нее с родом, но это я смотрю ее, получается, это у нее левая рука, это вот то, что ей дано сюда. Жизнь она пришла. Надо вырезать и сохранить это. У меня, кстати, руки есть Меркель. Я поэтому много чего про нее знаю. Но вам не скажу. Вот. Ой, боже мой. Ой, боже мой. Ой, не. Ну вот зачем вот это все? Ладно. Всем до свидания. А, нет, я еще покажу, что они тут прислали. Так. Вот такая вот. То значит, у нас. Так, мы помажемся. Ой, вкусненько пахнет. Ой, вкусненько пахнет. Но это не мой аромат, но я положу эту бумажку, знаете, где белье. Пусть немножко пропахнет вкуснотой. Я так всегда делаю. Так, давайте посмотрим, что здесь. Вот они рекламируют. В виде сумочки. 111 лет, что ли? А, нет, 111 лет Дугласа, что ли? Так, вот всякие это рекламируют. Я там нашла, в общем, один какой-то крем с золотом. Вот его хочу я купить. Самое интересное, он в Росмане дешевле на 2 евро. Но у меня же талончик на 5 евро есть через день рождения. Поэтому я хочу здесь купить что-то. И кое-что еще там присмотрела, что мне захотелось купить. Вот. Видите, какие-то витамины для солнца. Но вот я вам
Астаксантин показывал. Астаксантин, если принимаешь, не будешь обгорать на солнце. Вот. Что еще вам тут показать? Вот, они тут рекламируют. Значит, с картой Дуглас для вас отдельные цены. Вот, видите, Дуглас. Это бронзирующая пудра, но у нас в Яволе продают за 6 евро. Бронзер. Вот я думаю, купить его или нет. Вроде так понравилось мне он. Но потом думаю, у меня их так всего много. Зачем все это надо? Так, что тут у нас? Вот. Значит, тут программа антиэйдж. И все в таком духе. Вот это вот еще вы можете купить. Я посмотрела, даже в России его продается. Такой, кстати, вот тут, вот, видите, переливается. Просто лицо, если хотите, чтобы блестело. Вот оно неплохо. Ну, тут написано, взбалтывать его. Body Shimmer Gel. Shake Me. Тут на нас взбалтывать надо. Вот. И он, это лимитка. Что-то 4 евро, что ли, стоит, или 5. Что-то не знаю, решила и взяла. Так, что вот? Вот такой у меня лак от Кико. Кстати, так он мне нравится. Смотрите, там золотые частицы. И он на коротких ногтях. Он долго вполне возможно, вполне так держится. Это уже второй раз я нанесла. Специально сейчас, чтобы не пугать вас страшными ногтями. Это Essence. О, не. Эсси. Он так плохо сходит. Но он неплохо так держится. Но это второй раз тоже нанесла. Потому что отколупался вот здесь. Я же все-таки работаю. В огороде, занимаясь домом. Вот, и мне Кико у нас ушло с корнеров. Ну, в интернете можно заказать. Я хочу, знаете, что я нашла... А, кстати, Пупо стали продавать в этом, в Дуглас, но очень дорого. Я нашла один сайт, там продают Пупо. Вамп. Тушь, это самая лучшая тушь Вамп. Вот сколько отзывов даже читаю, все там в восторге от нее. И она на одном сайте, по-моему, он из Польши. Они вообще этот тушь вам продают за 14 евро. Но там же надо заказывать, чтобы вам дослали бесплатно. Ну, в общем, не знаю. Вот такое мое рассуждение. Всем до свидания. Если вам нужно, значит... Я видео сделаю, покажу свою обувь. Если вам нужен на Best Secret приглашение, пишите, я вам дам код. Вот. Всем до свидания.